Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Как и обещала, показываю свои аутфиты. Я сейчас еду просто в магазин. Леушка у меня тут. Вот. Еду в магазин, хочу зайти в Рив Гош. Сейчас расскажу, почему. Значит, мой желтый костюм. Тут в носках я сейчас кроссовки не хотела наверх нести, потому что, ну, подошва грязная, я тут полы намывала. Так что не хочется мне пачкать полы. Значит, мой любимый желтый костюм, вот, который я покупала как раз-таки, по-моему, с этой курткой. Куртка Бифри. Костюм, если остались ссылки, я вам оставлю внизу в инфобоксе. Костюм на флисе с той стороны, очень теплый. У нас сейчас 10 градусов, но солнышко. На солнце, наверное, потеплее. Но я, как всегда, тепло одета, потому что я мерзну. Вот. Это, кстати, мое недавнее приобретение. Тоже заказывала на Ламоде. Сумочка вот такая, Love Moskin. Буквально я ее заказывала на ту неделю. Она, по-моему, мне пришла. Вот. Я в покупках не показывала, да. Аромат. На мне сегодня Азалия. Очень люблю этот аромат. Последнее время пользуюсь вот только им каждый день. Очень классный. Вот этот Atara Collection. Обалденный. Он такой восточный. При этом, ну, специи, но не... Он и теплый, и немножко освежающий такой аромат. Очень классный. Мне он очень-очень нравится. И самое главное, почему я еду в магазин. Я еду в магазин Рив Гош. Или в Литуаль. Или-или. Я хочу себе купить помаду стойкую. Вот эта помада, которую вы постоянно видите на мне, постоянно спрашиваете, это помада L'Oréal. Я сейчас покажу ее поближе. Вот эта помада, про которую вы постоянно у меня спрашиваете, это L'Oréal. Вот такая вот матовая. 742, вот в таком. Мне не фокусируется никак. Оттенок 842, вот так вот она называется, эта помада. Так вот, все с этой помадой мне очень нравится оттенок. Мне очень нравится, что она держится целый день. Вообще, помада классная. Есть один существенный минус для меня. Летом у меня такой проблемы не было, а вот сейчас осень получается, да, уже становится прохладно, и она начинает мне дико сушить губы. Настолько сильно сушит губы, что просто можно вот так вот пленочкой снимать. Но у меня такие губы сами по себе сухие, поэтому для меня это не вариант. Хочу найти аналог этой помады. Я уже как-то искала аналог. Это был Dior. Мне предложили от Dior. Но она стоит, если вот эта стоит что-то в районе 1000, то та стоит Dior 2 с лишним тысячи. Тоже вот такая вот стойка. Не знаю, думаю разориться на нее. Вот. Потому что, ну, не хочу, чтобы сушила губы, потому что к вечеру губы выглядят, конечно, вообще, как будто я не знаю. Как будто я, не знаю, по асфальту елозила губами. Честное слово, то есть настолько вот, ну, ужасно выглядят. Но летом у меня такой проблемы не было, мне очень нравится. Если у вас не сухие губы, то я рекомендую эти помады. Если сухие, то нет, наверное, что-то другое. Вот сейчас что-то другое я и хочу найти. В общем, пойду, мне уже жарко дома, пойду одену кроссовки и поеду уже. Ну и, конечно же, как обычно, я зашла в магазин «Фамилия». Я захожу туда реально каждую неделю, девочки. Каждую неделю бываю в этом магазине. Кстати, понравились вот эти бокалы. Не знаю, подумываю, может быть, вернуться за ними. Тут они просто разной формы, разного цвета. И появился новогодний декор. Начало октября, ну как уже почти середина октября, да? И новогодний декор. Отлично. На самом деле, очень удивило, но я как-то не готова была к новогоднему декору, поэтому даже не стала там ничего смотреть. Ну, тут кружки, ничего такого нового. Появились вот такие чайники красивые. Но это, конечно, должен быть, мне кажется, какой-то сервиз прямо. Или, ну, такое все на кухне должно быть такое, все в таком стиле, да, чтобы такие чайнички купить. Ну, в общем, так, в посуде ничего особо такого интересного. Ну, лично для меня, да, поэтому я просто, скажем так, просто просмотрела и пошла дальше, вот что называется. В общем, вот, видите, чайнички, красный такой тоже чайник. Вот мне, кстати, больше красный понравился. Вот, ну, не знаю, я обычно не завариваю в таких, но, не знаю, ну, красненький симпатичный чайничек. Вот, и тут еще вот такая вот баночка, тоже такая, ну, она новогодняя, на мой взгляд. На самом деле, может быть, тоже за ней вернусь. Ну, в общем, не знаю, я некоторые вещи вот так вот просматриваю, а потом возвращаюсь и что-то приобретаю. Вот у меня тоже такое бывает, тарелки. Вот, и здесь вот, как всегда, тоже всякие кастрюли, сковородки, всякие
формы для запекания, но тут ничего такого тоже мне не приглянулось особого, тоже, я бы так сказала, даже ничего особо нового не было. Вот здесь вот кастрюля, но, как вы видите, все вот так навалено, то есть, в принципе, нужно ковыряться, хотя продавцы ходят постоянно, все раскладывают, но все равно все вот так вот в разнобой. А я, в принципе, зашла за разделочной доской, вот такой вот. Я ее в итоге купила, приеду домой, вам покажу обязательно покупки. В прошлый раз еще ее присмотрела, прошлый там или позапрошлый, я уже, честно говоря, не помню. Есть некоторые предметы мебели, декора, наверное, так можно назвать. Такие пуфики тоже. Ну, что-то есть прикольное, что-то не очень. В общем, погуляла подушечки, всякие разные текстиль. Очень много, кстати, здесь кто покупает текстиль. Всякие корзины для хранения, тоже ничего нового. Я, по-моему, уже все это дело снимала, как в каком-то из влогов. Очень много кто здесь покупает пледы, подушки, текстиль. Вообще, я обратила внимание, что вот фамилия, в которой я хожу, в основном люди тоже приходят вот за, ну вот, как я покупаю, да, там кастрюли, сковородки. В одежде не так много людей, хотя одежды у нас тут тоже достаточно много. Есть также различные детские игрушки, вот такая куколка, смотрите, прикольно, очень похоже, знаете, куклы ручной работы обычно, вот такие вот подобного плана, но как бы мне не надо, я просто посмотрела, там что-то 200, по-моему, чем-то рублей она стоила, вот, и детская тоже одежда различная есть, шапки и тому подобное, то есть для маленьких деток. И, кстати, обратила внимание, что очень многие вот мамочки с колясками смотрят детскую одежду. Здесь нижнее белье, вот такое у нас достаточно много нижнего белья, размеры разные, и на большую грудь в том числе. И здесь вот домашняя всякая одежда, какие-то пижамки, ночнушечки и тому подобное тоже есть прикольное. Вот такие вот носочки, но я на самом деле, они мне очень нравятся, но я их по факту не ношу, не нашла только цену, такое тоже бывает в магазине «Фамилия», это Woman Secret, то есть, ну, я говорила о том, что здесь можно найти вот нижнее белье, такие хорошие брендовые какие-то вещицы, тоже носочки разные, разных марок. Вот, в общем, ну, поковыряться, как бы, знаете, на барахолку, я уже говорила. Давайте покажу, что купила в мясной лавке. У меня мисками гремят. Я еще купила сердечки индейки, уже раздала им, вот, потому что не терпелось. Купила вот такое печенье. У меня малина еще растет на огороде, и я хочу ее собрать, сделать десерт. Значит, печенье, здесь у меня сметанка. Мона не греми. Мона мисками гремит. И сверху украсит все это дело малиной. Ну, вы поняли, да, такой десерт. Печенье выкладывается и заливается вот эта сметана с... Ну, в общем, сейчас сделаю, короче, с сахарной пудрой смешано. Вот, еще купила вот такую ветчину. Не помню, как она называлась. Небольшой кусочек. Здесь я купила халву. Я обожаю халву. Прям не устояла, думаю... Вкусненько будет, сейчас чай попью. Вот, и еще купила вот такой творог. Здесь творог зерненный в сливках. Он очень вкусный, прям обалденный. Добавляйте чуть-чуть вареницы сюда, и прям вкуснота. Так что вот такие у меня небольшие покупки. Дети уже едят. Вот эти у меня уже жуют. Раздала им сердечки. И он тут еще жует. Вот так вот. Вкусно? Вкусно. Так, ну и теперь покупки из магазина «Фамилия». Сыночку своему младшему он меня просил. В общем, купила ему вот такую вот книжечку. Правда, он просил раскраски. Ну, здесь тоже можно обводить, раскрашивать. Он меня любит. Вот, например, можно тут раскрасить, да. Здесь найти 5 отличий. Ну, в общем, такие вещи он меня любит. Соответственно, еще просила ему цветные ручки. Купила. И вот такие вот фломастеры. Какие-то, видите, прикольные. На водной основе. И вот такой альбомчик он меня любит рисовать. Ну, он не то, что рисует, чирикает, в общем, по-всякому, по-разному. Вот такой вот этот скетчбук, скетчпен, да, 40 листов. Ну, он как альбомные листы, да, вот здесь вот эти скетчбуки очень тоже нравятся. Ему, значит, скетчбук вот этот стоил 169 минус скидка по карте, фломастеры. Сколько у нас? 249. Ручки гелевые 159
И вот это вот 69 головоломки. Ну, вообще прикольно. Я в фикс-прайсе, фамилии вот такие покупаю, вам очень нравится. Вот, а себе домой я взяла вот такую доску. Мне она очень понравилась, знаете, чем? Тем, что здесь есть вот такие вот штучки. То есть она не должна ездить, потому что я все время забываю подкладывать полотенчика. И у меня доска все время ездит туда-сюда. Ну и полотенце подложил, надо его стирать. Вот, и здесь еще, видите, тоже окантовочка, чтобы ничего не разливалось. Вот, так что должна быть классная доска. Вот она стоила 499 рублей минус скидка по карте. Как всегда, вот такая, 40 на 24,5. Ну, в общем, всякое для дома, я там очень люблю покупать всякие вот такие вот. Ну, это, скажем так, мелочи такие. Тем более мне там одну доску нужно заменить. Она у меня уже совсем. И деревянные доски я не покупаю. Точнее, у меня есть одна деревянная доска. Но просто потому, что я их бросаю в посудомойку. Вот. И, ну, мне так удобнее, да. Не надо ничего руками мыть. Когда есть посудомоечная машина, почему бы и не бросить туда, да. Ну, я, например, так считаю, что зачем лишний раз что-то намывать. Вот. Для нарезки пищевых продуктов. Вот, так что я ее бросаю, да тем более посудомойка, она хорошо промывает, то есть не остается никаких вот, ну, если мясо порезали, да, то, соответственно, или рыбу, то я обязательно промываю в посудомойке потом. Вот, сейчас я пообедаю и покажу вам потом, здесь вот у меня покупки Ревгош. Всех обедом накормила, Лёва у меня будет есть суп, а мама вот такие вкусняшки. Девочки, прям обалденно. Вот такой творог я покупаю. Он очень вкусный. Я не знаю, чей это творог. То есть там в основном вологодские молочные продукты. Но еще тихвинские привозят, еще какие-то. То есть, ну, не знаю на самом деле. Видите, тут сливки и вот такие вот зернышки. Это очень-очень вкусно. Я сюда сейчас добавлю вот такое варенье. У меня такое старое. Это, по-моему, черная смородина. По-моему, черная смородина. Ну, по крайней мере, очень похоже. Видите, у меня такие остатки старого-старого варенья. Я его ем очень редко. У меня, на самом деле, давно стоит в холодильнике. Ну, что варенье будет? Ничего не будет. Сейчас добавлю сюда. А потом буду пить кофе вместе с халвой. Еще не попробовала, но, наверное, очень вкусно. Я вообще обожаю халву в любых ее проявлениях. Положила сюда уже вареница. Вот, я обычно не перемешиваю, а просто вот так вот беру. Не кушаю. Мне очень нравится. Очень аппетитно выглядит. Завтра на завтрак еще такое поем. И попробовала халву. Боже, какая она вкусная. Вот мне надо было... Не в той стране, мне кажется, я родилась, да? Ну, не в том городе, по крайней мере. Люблю лепешки из тандыра. Люблю, кстати, лаваш. И люблю халву. В общем, люблю восточные ароматы. В общем, не там я родилась, девочки. Вот, и кофе. Так что... Всем, кто кушает, приятного аппетита. Так, ну что, я пообедала. Теперь хочется спать. Вчера что-то поздно легла. Ну да ладно. Давайте по поводу Ревгош. Что купила? Одна из помад у меня на губах. Это именно Dior. Но тот оттенок, который я хотела, его не оказалось в наличии. Как обычно все. Вот. Это я Ревгош, да, заходила. В Ритуаль я уже, кстати, не зашла. На мне сейчас вот такая вот помада. Это как раз вот эта линейка «Стойка». Мне этот цвет тоже понравился. Смотрите, как он выглядит. Это линейка, там про нее написано, что она даже, ну, специально для ношения масок, что она не отпечатывается, она застывает, наносится как крем. Конечно, вот по текстуре даже, да, вот эта помада и вот эта помада, разница огромнейшая. Ну и потому... Как будет носиться, я потом расскажу. В общем, вот такой оттенок. Это у меня оттенок 458. Я ссылку вам оставлю. Ну, на Ревгош, да, там, где я покупала. 458. В общем, вот так вот она выглядит. Там есть несколько вариантов. Несколько вариантов вот таких стойких помад. Есть и в форме стика тоже стойкая помада, но... Вот такой вот с кисточкой. Кисточка вообще очень удобная, обалденная. Смотрите, она как заостренная такая. То есть можно контур хорошо прорисовать. В общем, прикольно. Я не покупаю карандаши, потому что я ими не пользуюсь. Они у меня валяются обычно. И я нашла схожий оттенок, но мне кажется, он не совсем похож на вот эту помаду L'Oréal. Вообще нет похожего оттенка. Вот, вот эта помада 842. Я бы с удовольствием... Такой оттенок купила бы у другой марки, которая не сушит губы.
В общем, взяла от марки Estée Lauder. Кстати, у меня есть одна помада от марки Estée Lauder. Она тоже, ну, не сильно стойкая, но стойкая. Вот такая вот темно-бордовая у меня есть. Тоже Estée Lauder. Вот такая вот. Ей, кстати, и редко пользуюсь. Вот. Но у меня как-то было такое бордово-красное настроение. И вот такой вот, она тоже очень стойкая. Вот такой вот он коричневый. Давайте я сделаю. Скотч. Вот такой вот он. То что, давайте сравним с L'Oréal. Вот этой вот. 842. Сейчас я посмотрю. Вот. L'Oréal посветлее помада получается. Видите, очень похожие оттенки, только это более такая красная, а это посветлее получается. Видите? Вот. Но похож. Похоже очень вот это вот Estée Lauder. Цена как бы не бюджетная, сразу скажу, но хватит ее надолго. Давайте по цене скажу. Помада вот эта вот Estée Lauder стоила 1899 рублей, а от Dior 2400. Вот это вот. Вот. Но у Dior много прикольных оттенков. Единственное, что не все есть в наличии. Мне очень понравился еще один оттенок. Я не помню, как он называется, но он такой, как бы такой бежевый, такой очень красивый, нюдовый. Ну, в общем, классный. Вот. А это вот это. Это вот такие, знаете, очень люблю вот такие оттенки. Они как свои губы, только лучше. Вот. Ну и два. Вот это L'Oréal, это Estée Lauder у меня получается. Вот. Все бы хорошо с этой вот помадой L'Oréal. Мне очень нравится, как она... Ее оттенок. Это, наверное, единственное, что мне нравится. Она подсушивает губы жутко. Настолько, что прямо вот такие трещины вот здесь вот образуются. И я ее наношу, и через какое-то время я прям чувствую, что у меня губы вот такое ощущение, что вот просто вот внутрь сейчас вот. Настолько сильно она мне сушит. Летом такого не было, еще раз повторюсь. Летом было все отлично, я вот ей пользовалась, и весь сентябрь пользовалась, и все вы спрашивали, что это за помада. Это 842 L'Oréal. Вот так вот выглядит упаковочка. Если сухие губы, не советую вообще вот эту помаду. И она очень... Из-за того, что сушит губы, она очень некрасиво сходит. То есть она не то, что вот сердцевинка здесь, она как растрескивается к концу вечера. Это вот сейчас осенью получается. Так. Помады супер, надо их стереть. Вот, ну потом по поводу вот этих помадок я вам расскажу. Ну цвет очень мне нравится, очень. Она матовая. Супер, у меня здесь немножко сейчас покраснело, потому что я L'Oréal-овскую стирала. И они стираются только с средствами для снятия стойкого макияжа. Еще, давненько я не брала ничего от марки Clarins. Взяла себе вот этот тоник для нормальной и сухой кожи. Раньше он был с ромашкой, а сейчас мне девушка сказала, что здесь алоэ вера, по-моему, еще добавлено. В общем, это для нормальной сухой кожи. Вот этот вот люблю тоник. Но она сказала, что он внутри такой же остался. В общем, туда что-то добавили просто и все. И вот такое средство двухфазное я взяла. Это для тонизирующий лосьон для моментального очищения кожи с экстрактом апельсина. Сказала, что стойкий макияж тоже должна снимать, но не знаю, я попробую. Видите, она такая двухфазная водичка. Вообще, в марке Clarins очень люблю тоники. Вот, и мне еще дали подарочки. Вот такое масло, я так поняла, это для тела. Вот такое средство у меня, оно уже было. На русском тут ничего нет, но у меня похожее было, типа... Для похудения, что ли, наверное, какой-нибудь кремушек, да? Вот, дальше мне дали вот такой вот пробничек от Clarins. На самом деле, надо присмотреться мне к косметике Clarins. Я косметику Clarins хочу купить. Я как-то одно время пользовалась. Мне очень нравилось вот это масло с орхидеей, которое у всех оно и было, мне кажется. Мне оно тоже очень нравилось. Это увлажняющий крем для нормальной склонной к сухости кожи. Вот такой. И еще такой регенерирующий крем с эффектом сияния. На самом деле попробую вот эти пробнички, потом что-нибудь приобрету. Крем для области вокруг глаз от Reborian. Кстати, от этой марки, мне кажется, я ничего не пробовала. У меня здесь две штучки. Видите, сколько мне подарочков дали. Но там просто в магазине RevGosh есть продавец-консультант, который меня знает. И я туда одно время часто заходила. И я к ней сама все время подхожу. Потому что такая очень приятная девушка. И вот такой вот пробничек. Это новая водичка от... А, нет, это Essay. Как-то не помню. Я, кстати, очень хотела попробовать вот эту водичку. У них есть туалетная вода с ароматом груши. Много слышала про нее. Сейчас я на себя нанесу, как раз попробую. Ой, ну очень приятно. Я не знаю, здесь
что за аромат такой. Ой, какой приятненький такой, какой-то цветочно. Персик, что ли, какой-то тут есть. Ну, в общем, туалетная водичка очень прикольная. Вот, в общем, вот такие вот у меня были покупки. Да, по стоимости вот эти вот тоники, давайте сразу скажу. Ну, в общем, и тот по 1612. И тот, вот такие тоники. Так что вот такие вот у меня были покупки. Но помада вот эта вообще классно. Особенно зимний период времени. Очень люблю носить вот такую вот помаду. Ну, потом расскажу, как они по стойкости и по всему остальному. Лучше ли, чем L'Oréal. Потому что L'Oréal, ну, что-то в районе 1000 стоит, да? А здесь получается 2. И этот тоже 2. Ну, в общем, да. Вот. Так что вот такие вот у меня были покупки. Ну что, собрала я малину, это у меня сорт Геракл, и она прям до заморозков будет мне давать ягодки. Они более кислые, чем летом, но все равно это очень прикольно. Значит, делаю крем, сметану буду смешивать с сахарной пудрой. Я делаю на самом деле всегда на глаз, просто пробую, делаю не сильно сладким вот этот крем, потому что, ну, печенье сладкое, хотя такая немножко кисленькая малина будет разбавлять вот такую сладость, да. Ягоды, фрукты, их на самом деле вообще можно не брать ягоды, просто сделать вот таким образом, да, и можно банан положить, ну, в общем, в принципе, все, что есть в холодильнике, я бы так сказала. И я еще буду в сметану добавлять какао, у меня так больше любят домашние, какао придает, ну, такой аромат даже, да, очень вкусный, такой приятный, и все хорошенечко, конечно же, перемешиваю, чтобы не было никаких комочков, и беру форму, это у меня обычная форма для запекания, да, я ее выкладываю, ну, вот эту пленку пищевую, и делаю 2 слоя, потому что, ну, по опыту могу сказать, что когда в 1 слой, бывает, что что-то протекает, там прилипает опять, в общем, а в 2 слоя понадежнее, я бы так сказала. Ну что, и будем выкладывать сюда печенье наше. Печенье я обмакиваю кофе, но я его развожу, это у меня, кстати, растворимый, как-то вот затесалась у меня баночка, я его развожу, то есть делаю не сильно крепкий и слегка обмакиваю, чтобы просто печенье было ароматным таким, да, вот с кофейным таким ароматом, и вот каждый слой промазываю вот этим сметанным, ну, скажем так, кремом, да, можно вот в эту сметану, кстати, я иногда еще добавляю творог, но такой не зернистый, который я в этот раз купила, да, а обычный творог, он такой незаметный становится, и дети у меня творог не любят, муж тоже творог не особо ест, вот, а так как бы в таком креме они обычно и не замечают, честно вам признаюсь, иногда такое делаю, вот, в общем, каждый слой выкладываю и промазываю, все вот сколько... Сколько хватит, скажем так, столько и делаю. Получается, на самом деле, очень вкусный такой десерт, на мой взгляд. Ну, вот если положить творог, да, и какие-то свежие фруктики какие-то, это тоже яблоко, мне кажется, будет тоже отлично. Вот я все печенье решила и использовать на этот десерт, все, которое купила. Можно, кстати, использовать печенье Мария, но его нужно, оно... ну, как бы подольше подержать, чтобы оно стало совсем таким мягеньким. И вот это все я еще сверху потом накрываю пленочкой и ставлю в холодильник. У меня стоит она где-то как минимум 4 часа, чтобы все застыло хорошенько, и потом я буду переворачивать и украшать. И потом еще буду убирать на ночь. То есть я делаю как бы днем, вот я делала это в 5 часов, и в 5 часов вечера, да, и в 9 часов, где-то, может, даже 9:30, я вот перевернула на тарелочку и украсила. И еще, чтобы оно не разъезжалось, так как форма к дну, она более такая узкая, я вот так вот подкладываю обычно что-то, чтобы у меня было такое компактненько. Ну что, постояла как раз 9 часов вечера. И просто переворачиваю вот таким образом, снимаю эту пленочку и решила немножко украсить сахарной пудрой, ну, просто для виду, скажем так, чтобы было более аппетитно, тем более у меня такая тарелка черная, когда на ней сахарная пудра, это выглядит вообще очень-очень аппетитно. Буду выкладывать сюда всю малину, которая, ну, почти всю я выложила, она у меня, еще раз повторюсь, такая с кислинкой, вот это сочетание сладкого и кислого, оно на самом деле... очень такое прикольное.
С бананом, кстати, моим мужчинам очень нравится, но с бананом, по мне, так получается сладкое. Вообще бананы не особо люблю, поэтому с бананом им делаю редко. Можно, например, также слои проложить между печеньем, да, и вот этим кремом. А, тоже там проложить какие-то фрукты, и вообще получится вообще у вас нереально вкусный десерт без выпечки. Тогда и печенье, может быть, меньше уйдет, и при этом получится очень вкусно. Кстати, можно было проложить бананчиком. Вот такой вот готовый десерт у меня получается. На мой взгляд, очень аппетитно и очень-очень вкусно. Поверьте, я сама с огромным удовольствием ем, и дети у меня тоже едят. Мы обычно такое едим на завтрак. Мне кажется, если вот добавить творог, да, сюда вот в этот крем, то это получается отличный вариант завтрака. И вкусный, полезный, ну, конечно же, калорийный. Тут не поспоришь. И вот так вот он выглядит уже с утра. Мои уже позавтракали, убежали, теперь моя очередь. Вот такой вот кусочек я себе отрезала, но поверьте, это очень-очень вкусно. Ну а я на такой вкусной ноте на сегодня буду с вами прощаться. Обязательно сделайте такой десерт. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую и до новых встреч.